Компания Nival Interactive умело воспользовалась успехом Blitzkrieg и на волне популярности успела выпустить внушительное количество разнообразных дополнений. Несмотря на то, что Blitzkrieg 2 не смог завоевать такую же всенародную любовь, обладатели торговой марки не изменили своим традициям и, кажется, поставили на конвейер производство различных тематических аддонов. Итак, перед нами детище украинской компании Mindlink Studio – Blitzkrieg 2 «Освобождение». На этот раз нам предлагают отвлечься от сражений Великой Отечественной войны и перенестись на территорию Италии и Франции. В начале игры необходимо выбрать одну из двух противоборствующих сторон – фашистскую Германию или объединенные силы США и Англии. На фоне современных стратегий в реальном времени картинка из Blitzkrieg 2 «Освобождение» выглядит бедновато. Простенькие модели солдат, однообразные дома и деревья, невпечатляющий набор погодных эффектов и до боли знакомая анимация движения юнитов. Однако не стоит забывать, что оригинальная игра от Nival Interactive вышла в сентябре 2005 года. За это время технологии сделали большой шаг вперед. Согласись, глупо ждать от очередного аддона прорыва в области трехмерной графики. Главное – интересный геймплей. Разработчики сделали все, чтобы миссии выглядели оригинальными. В первом задании необходимо с минимальными потерями отбить атаку пехоты противника. Во втором – вскрыть эшелонированную оборону и передавить гусеницами гаубичные расчеты. В третьем – зачистить небольшой городок от автоматчиков и пулеметчиков. Не успели надоесть уличные перестрелки, как действие переносится в чисто поле. В сравнении с оригинальным Blitzkrieg 2 миссии стали сложнее. Одолеть неприятеля банальной лобовой атакой в освобождении не получится. Даже самые первые ознакомительные задания требуют от игрока тщательного планирования действий. Невидимые вражеские командиры быстро реагируют на изменения обстановки. Чуть замешкался, и твои войска накрыла дальнобойная артиллерия. Не успел завладеть трофейным оружием, починить поврежденную бронетехнику и отправить пехоту в здание – получи сокрушительную контратаку. К сожалению, не обошлось без обидных недочетов. Например, сидящие в окопах пехотинцы противника порой смотрят в противоположном направлении, но при этом пули летят в твою сторону. Что ж, настало время подводить итоги. Blitzkrieg 2 «Освобождение», конечно, обязателен для приобретения фанатами серии. Вряд ли их что-то сможет поразить в игровом процессе, но этим аддон и хорош. Новичкам все же стоило бы начать знакомство с серией с оригинальной игры.